Дорогие друзья, позвольте представить вам совместный проект Римско-католического кафедрального собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. И благотворительного фонда «Искусство добра». Проект называется «Сохраним орган для будущих поколений». Он обращен к любителям органной музыки и особенно к тем, кто уже оценил уникальные возможности и неповторимое звучание органа Кун. Прекрасный швейцарский инструмент насчитывает 74 регистра, 5563 трубы, 4 мануала. И единственный в России он имеет выносной трюк-позитив. Он занимает 4-е место в России и 3-е место в Москве по величине и богатству звуковой палитры. Наш проект запускается в юбилейном для органа Кун году. 60 лет со дня изготовления и 10 лет его служения в России в кафедральном соборе. В настоящее время инструмент нуждается в ремонте. Реставрация органа будет проходить в несколько этапов. Причем за это время орган не прекратит свою работу. Мы глубоко убеждены, что орган с честью выполняет благородную миссию очищения и просвещения человеческих сердец. За годы служения в соборе он помог сформировать особую часть культурной элиты Москвы, которая высоко ценит развитие органной музыки на российской земле. Мы открыли специальный счет, на который вы сможете перевести средства. Так каждый из вас может стать меценатом, поддерживающим отечественную органную культуру. И, возможно, через несколько лет вы скажете своему повзрослевшему сыну: «В звучании этого органа есть и моя нота».